Я делал видео на узбекском языке и удалил. Это было видео о сужении влагалища. Давайте без негативов, потому что, ну, спрос есть, спрос. Это большая, ну, проблема для после рода, для сужения влагалища. У меня был такой рецепт, знаете, давайте без негатива, а кто блокирую? Спросили, я скажу. Хорошо. Возьмете 20 мл шприц. Ну, обработку сделайте, немножко края удалите. Потом засуньте во влагалище и сжимайте. Смотрите, надо ну, качаться, как мышцы. По 10 раз, 5 раз. Ну, 5 подходов. Потом 5-миллилитровый шприц засуньте и сжимайте. Так каждый день делайте, да хоть вечером, да хоть днем, когда было угодно. И у вас, знаете, мышца нарастет во влагалище, и вы будете чувствовать, что внутри, ну, когда будете спать с мужем. Ну, будете сжимать, как шприца. Понятно? Это секрет.